Уважаемые соотечественники, от имени Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны и Советского Союза сердечно поздравляю вас с приближающейся 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы 9 мая – это день памяти о подвиге советского народа, памяти о каждом, кто на своем боевом посту сражался за свободу и счастливое будущее, кто в тылу ковал эту победу. Этот День Победы – это слезы, горечь поражений, радость побед. Это великий подвиг всех советских народов, нужно помнить, чтить и славить во веки веков. Нас, ветеранов войны, проживающих в Торонто, осталось совсем мало. Очень многие прикованы к постелям, но те, кто могут двигаться, обязательно будут в строю. В Эрл Бельс Парке 9 мая 16 часов. Ассоциация Оргкомитет по празднованию Дня Победы организует там праздничное мероприятие. Будет парад, вынос знамени Победы, митинг, большой концерт, солдатская каша и костер. Приходите встретиться с ветеранами. Двум из них будет свыше 100 лет. Приходите пообщаться и поддержать героев войны. Подарите им ваше тепло, улыбку, цветы. В этот праздник нам обещали присоединиться канадские ветераны Второй мировой войны. Приходите, мы ждем вас.